С невестой Рембрандта Саскией лучше всего мы знакомимся по чудесному рисунку в Берлине, под которым собственноручная небрежная надпись Рембрандта гласит: «Это портрет моей жены, когда ей был 21 год, на третий день после нашего обручения. Рембрандт, год 1633». Портрет интимный, домашний, улыбающаяся девушка в широкополой соломенной шляпе, украшенной цветочной лентой, сидит за столом, облокотившись на него локтем левой руки. Пальцами правой руки она вертит цветок гвоздики. У нее чисто голландский, простой тип лица, внимательные глаза, слегка мясистый носик, прелестные ямочки на щеках, припухлая нижняя губа. Саския всегда рядом с ним, юная и сияющая, бурные и нежные любовные ночи, дни, озаренные пьяной радостью творчества. Он пишет с каким-то самозабвением, без устали гравирует. Любовь Саскии, безоблачное счастье их молодого супружества рождают в нем чувство всемогущества. Он стал знаменит, его чествовали, им восхищались, он был в моде. Но всегда среди любой работы его тянуло писать одну только Саскию. Пусть купцы и доктора дожидаются заказанных ими больших групповых портретов. Его любовь прежде всего. Порой, когда Саския хлопотала по хозяйству, он тихонько подкрадывался к полуоткрытой двери и с восхищенным взором наблюдал за ней, затем быстро и безошибочно запечатлевал ее образ на первом попавшемся под руку клочке бумаги, на серебристой или медной пластинке. Ему доставляло огромное удовольствие показывать потом Саске, как и где он ее застиг. Ее удивление, ее радость приводили его в восторг. Однако больше всего он любил заставать Саскию врасплох в ее тихой комнате. Он подхватывал ее на руки, и она шаловливо сопротивлялась и, смеясь от неожиданности, крепко прижималась к его груди. Он нес ее в залитую солнцем мастерскую и усаживал рядом с собой самый сноп солнечного света, в котором плясали золотые пылинки. Thank you.